Привет, котики и зайчики, девочки и мальчики, с вами я, Ангелина. Сегодня у нас мукбанг пельмешки, вот такие наварила красивые, но это я не сама делала пельмени, я покупала. Пельмени не люблю делать, манты, там хинкали, это пожалуйста. В общем, у меня сегодня такой поздний ужин, еще салатик овощной. В общем, сегодня, значит... Удалили мы Даше зуб. Буду я есть пельмешки с чесночным соусом. Голодная. Что-то весь день я на нервах была. Из-за этого зуба Дашиного. Потому что я ранее говорила, что врач, куда я записывала ее, в платную клинику, это... на осмотр, там сказали, что врач не удаляет зуб. Ну, мы же пришли к доктору. Она говорит, дай, ну, Даша говорит, дай рот это, посмотрю. Ну, Дашка там начала немножко плакать сначала. Вот. Потом рот открыла, она говорит, ну, посмотрела, говорит, сейчас помажу. И побрызгала ей, видимо, это. Ну, типа обезболивающего чего-то. Она немножко посидела. И все, она взяла этим. Ну, бинтиком, короче. Он у нее уже шатался зуб. И вытащила. Даша даже не поняла, что это было. И все, говорит, к вам зубная фея, говорит, придет. Даша говорит, да, да, придет. Она зубик завернула ей и отдала. Вот. А зубика нету. Ага. Иди кушай. И все. И мы так быстренько все это уладили. Ну что врач сказала? Еще сказала записаться. Кстати, еще такой в палаточке, где банк. Там была кукурузка. Кукурузка. Мы купили две. Мы не две, а три. Да, кукурузку купили вам, Даша. Ой, уже свежую. Смотрю, это продают почищенную от всей вот этой шелухи кукуруза. Купила, Дашка так любит вареную кукурузу. Я ей три штуки купила. 35 рублей одна стоит. Но еще не варила, сварю. Пельмеши давно не ела. Масочком тут сливочное положила вон. В общем, доктор сказала записаться еще к ортодонту. Ну, на прием, на осмотр, в общем, чтобы посмотрел. Потому что, ну, говорит, зуб может выправиться, у него немножко криво он растет. И хлеб, и пельмени, он и салат. Все вместе. Ну, вот я весь день что-то так чайку попила. Не знаю, не хотелось мне. Нервничала. Больше, чем Даша, наверное. Вчера гости приходили. Посидели. Такое шампанское вкусное. Мне так понравилось. Называется Боско. Боско или Боско. Прикольно. По вкусу такое фруктовое прям. Ну, во сколько вчера? В 11 разошлись. Посуду пока помыла, пока чё. Mm.
Вот так вот. Короче, Даша без зуба у нас. Сегодня шла такая, смотрю, арбузы разрезанные продают. Четвертинки, половинки. Уже по 30 рублей. Прям красный-красный. Что-то меня так соблазняло купить его. Ну, мы когда шли в больницу, я же не буду с арбузом шарахаться. А потом обратно шли. Уже раскупили. Только целые лежали арбузы. Ну, сейчас вечером не будут резать они. Так прямо хочется попробовать. Арбузы вкусные, у меня сейчас что? У нас написано Казахстан арбузы. Но муж сказал, что, возможно, уже на юге Казахстана уже поспели. В общем, шли с зубного. Зашла. Я же кроссовки заказывала себе. Короче, на Валберсе зашла. Померить. Такие классные вообще. Но, блин, расстроилась. У них, короче, видимо, есть же вот как полнота обуви. То есть вот глубина, короче. Они у меня вот с пятки как скользят, что ли, вот когда ходишь. Неудобно. Видимо, полнота маленькая у них, что ли. А так вообще классные такие. Думала, вам покажу, куплю. Пришлось возврат делать. Ну вот, пока шли домой, там продукты закупилась. Пельмешки купила. Пельмешки я беру Ермолино. Мне нравятся элитные пельмени, элитные называются. Вкусные. Ну, нормальные. Ну, конечно, не домашние, но кушать можно. У меня тут салатик и редиска вон. И перчик. И лучок. Все навалила, накрошила. У нас время уже 9:30 вечера. У меня ужин и обеда не было, не знаю, и обед все вместе. Думала не есть. Но до вечера, до, ну как, до того, как спать, наверное, не выдержу. Голодная. Сейчас еще с Дашкой погуляли маленько за домом. Там качели поставили, наконец-то, у нас. В том году, как сняли качели, типа, новые там ставить, так, вот, сегодня только появились, поставили. Вкуснятина. Муж сегодня с работы опять ездил второй раз на собеседование. У них там вообще все очень так серьезно, как говорится, чтобы повышение это получить.
Одно собеседование прошел. Сегодня на второй ездил. Уже к начальнику там какому-то. Прошел. Все нормально теперь. Можно не беспокоиться. Уже точно повысит. Ну, короче, что он там? Стоял мне по видеосвязи, позвонил. Там мошки. Такой рой летает над ним. Стоит. Пусть это. Я говорю, сорви ветку, машись. Я помню, же на севере жили, когда я на работу на остановку пойдешь. Пока автобус ждешь. Стоишь, махаешь с этим ветками. Обдерут все деревья. Да, это север, там мошки, комары, кровопийцы. Весь соус смазала. Сейчас положу томатного соуса. Себе чуть-чуть доем пельмени. Только осталось что-то. Да я не знаю, нет. Сын дома был весь день, гулять ушел. Мы сейчас с Дашкой на дне сидим. Сейчас постирать надо вон это. Я больная, люблю белую обувь. Это мой фетиш. Я люблю белые кроссовки. Белые всякие кеды там. Вообще. Когда с Дашкой белой одеваешь, знаете, она вот только выйдешь, она тебе то на ногу наступит, то оботрет там своими часто приходится их стирать. Надеюсь, не развалится. То мне же, говорю, подошва треснула сзади там. А то сейчас в стиралку засуну, вытащу отдельно подошву, отдельно кроссовки. Что-то я наелась. Наверное, больше не буду. Немножко оставила, все. Наелась. Сейчас я вам себе томатного сока налила запить. Попью. С пельменями томатный сок самый кайф. Ну и там или с мантами. Вообще классно. Запивать. Спасибо этому дому, пойдем мы к другому. Ладно. Всем хорошего настроения. Всем спокойной ночи. Ну, еще у кого как. У меня еще пока я так рано не ложусь. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пока-пока. До скорой встречи.